три мауса во взводе. Кто-то скажет, о, это изи дамаг. Но умный человек знает, что это выдавка центра. И если бой сложится в нашу пользу, тогда я просто останусь без дамага. Потому что три мауса, это просто рванье, вот это сейчас с ума сойдет. И оно поедет их пиздить. И оно их отпиздит. Пока мы будем перезаряжаться. А если рванье тупое, оно убьется об этих маусов. И мы тоже маусов пить не сможем, пока рванье будет убиваться об маусов, потому что мы будем на КД. А вот и они. И они едут ебать. Ебать меня, ебать мою мать. Ебать, в принципе, все живое здесь. И они это сделают. Я сказал, что так будет. Гуляй, рванина. Вот почему я во время отчета сказал, что будет? Почему я знаю, что будет? Но почему я знаю? Это же так элементарно. Почему вот этот биоскот этого не знает? Вот я сказал, они сейчас поедут здесь. Почему биоскот этого не понимает? Почему, блядь, объясните мне. Ну, если повезет, еще две палки скинем, и все, Ивангард. Ну, если повезет, еще одна, и досвидович. Все, до побачення. До побачення. Отматывайте на начало боя. Отматывайте на начало боя и просто слушайте то, что я говорил. Отматывайте на начало боя и слушайте, что я говорил. Произошло все не 90, там 5% совпадения, не 99, 100% совпадения.